Время — интересная штука. Оно идет себе и идет, оставаясь при этом величиной постоянной. Оно одно для всех и у каждого свое. И только мы ответственны за то, как проходит наше собственное время, что вмещает, чему учит, приносит ли мудрость и осознание того, что действительно важно в жизни. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Это к течению тленной земной жизни время беспощадно, над памятью оно не властно. Память тоже величина постоянная, если поддерживает в себе свет любви и благодарности к людям, которые ушли в Божьи обители. Матушка Наталья Митронина приходит сюда, на Сысерское кладбище, чтобы почтить память дорогих ее сердцу людей. Среди них протоиерей Константин Туренков, настоятель храма, который благодаря его молитвам и трудам восстал из руин, храма святых апостолов Петра и Павла. Для матушки Натальи отец Константин был не просто знакомым священником. Он в свое время чутким любящим сердцем увидел смятение юной девушки, робко стоявшей в притворе храма. Отец Константин, исповедавший всех бабушек, на меня смотрит, я стою в проходе и боюсь, мысленно надо идти. Ну и не иду изо всех сил, не знаю, как себя заставить. Отец Константин меня так пальчиком подозвал, говорит, ну-ка иди сюда. Вот я тогда к нему подошла. Впервые исповедовалась. Сопли, слезы, он меня своими кисточками вытирает глаза. Как-то так вот. Вот первый батюшка, кому я поисповедовалась, вообще благодаря ему я в храм попала, можно сказать. В нескольких километрах от места памяти – село Каменка, много лет назад ставшее для матушки Натальи родным. Когда-то оно было многолюдным, сейчас здесь постоянно живут около 400 человек. Летом – до 600. Дачники на время увеличивают численность населения. В Каменском храме во имя святых Киприана и Иустины служит настоятелем ее муж, иерей Василий Митронин. Матушка – его главная помощница во всем. И на клиросе поет, и воскресную школу ведет, и за территорией ухаживает. Приход в Каменке небольшой. Даже иногда бывает, служит только вдвоем – батюшка и она. Но радости от этого не меньше, ведь они служат Господу. Это мои любимые фотографии вот из детства. Здесь прадед у меня есть, дедушка. Это моя любимая фотография в детстве была про свадьбу. Про жениха с невестой. Это тетя тоже. Здесь вот папка маленький. Это он после, вернее, в армии. Это мама, 16 лет молодые. Это вот нас из этого домика привезли из Челябинской области. Наш домик там остался вот такими вот. Это я 5 лет, мне сестре 3 годика. Каждая фотография – страничка ее собственного времени, такого разного, сложного и радостного, подарившего веру, а вместе с ней – мудрость. Она родилась в Челябинской области, на родине своих дедов и прадедов, в селе Гаёво. В Свердловскую область родители переехали от бытовой неустроенности. Но в Гаёво, говорит матушка Наталья, навсегда осталась часть ее души. Ведь там, у бабушки, они с сестрой проводили летние каникулы. И вот мы к ней когда приезжали, она нас не отпускала бегать по Гаёво просто так. Прежде чем пойдем куда-то погулять, она нам кучу дел задаст. Грядки пополоть или половики постирать, сходить на речку, на озеро. Или в лес нас сводит, или вязать посадит. Ну, в общем, чем-то нас постоянно занимало. Не было такого, чтобы мы слонялись там без дела, просто так приезжали к ней. Бабушка девочкам давала, прямо скажем, не детские задания. Они учились прясть, щипать гусей.
Но матушка Наталья вспоминает то время с огромной благодарностью. В жизни все пошло на пользу. Бабушка учила внучек всем женским премудростям с молитвой. Правда, это стало понятно уже после ее ухода. Под окнами стояла скамейка, и на скамейке в углу всегда стопка книг лежала. Я думала, все, что они там за книги? Газетки какие-то сверху лежали. Что за книги? Охота было посмотреть, но как-то не спрашивали и сами не решались посмотреть. Оказалось, это был закон Божий, молитва слов, жития святых. Бабушка молилась и за внучек, и за семью сына, в которой не было мира. Мама, тихая, смиренная, невероятно терпеливая, несла крест, который, к сожалению, знаком многим женам пьющих мужей. Вот первые молитвы такие у меня были про себя нехорошие. Господи, накажи папку, там, чтобы то-то, то-то. Накажи, просила. Не, чтобы разуми. Вот раньше бы знать, что можно в храм пойти, посоветоваться с кем-то можно. Может быть, каких-то ошибок не совершила, а так на своих собственных ошибках. Наташа росла внешне замкнутой, стеснительной, но ей было комфортно. Она никогда не чувствовала одиночества. Ощущение внутренней полноты возникло после одной поездки. Мы ездили на экскурсию по Золотому кольцу со школой в 10 классе. Вот в апреле месяце нас покрестили там в Успенском соборе. Человек 15 нас было. Когда настроения в семье были еще в детстве, не знаю, какие-то мысли были, что покреститься-то охота. Хотя ничего не понимала, но... Но никогда я ни с кем не делилась своими мыслями. Маму не хотела расстраивать. Подругам всего не расскажешь. Ну, мучения какие-то, свои душевные переживания писала. Вот именно, потому что замкнутая была, ни с кем и делиться не хотела, я никому не рассказывать не хотела, даже сестре. Вот писала. Она окончила школу и уехала в Екатеринбург. Получила профессию швеи, устроилась работать в ателье. Жизнь молодая шла своим чередом, а в заветной тетрадке девушка рассказывала, как мечтала о мире в семье, как загоняли в комплексы материальные трудности, как переживает за каждого из родителей, как рвется душа к ним, когда они далеко. Рассказывала и о том, что впервые ее привело в храм. Мало таких людей, которые приходят, чистые от природы, приходят в храм по доброй воле. В основном, наверное, через испытания, через искушения и грехи свои. Ну, это я. Через осознание своей греховности, можно сказать, пришла. К слову, в церковь Наташа заходила не раз, но так и не решалась подойти к священнику. Записывала свои, как она говорит, грехи в тетрадку, но к исповеди не несла, не могла переступить через себя. До того самого дня, когда ее, чуть не плачущую, не подозвал к себе отец Константин. Мир между родителями так и не наступил. Однажды папа сказал маме: «Вот тебе Бог, вот порок». Мама выбрала Бога. До своего ухода жила в домике при церкви. Помогала, чем могла, батюшке, в храме и молилась о детях. Наталья часто навещала маму и в один из приездов познакомилась с молодым человеком по имени Василий, помощником отца Константина. Она тогда еще не знала, что батюшка готовит Василия к священству и что Василий молится, чтобы встретить свою вторую половинку. Я стал читать акафист Николая Чудотворца. И буквально он мне сказал: почитай 40 акафистов. И буквально, ну, я не знаю, сколько акафистов я прочитал, и я встретил матушку. Когда мы поженились, у меня, ну, в общем, во время беременности проблемы были, и операция была на 4-м месяце беременности. Такие проблемы со здоровьем были. Ну и Вадимка, и вот он, видимо, молился за нас. Когда родился Вадим, отец Василий мне говорит, вернее, Вася тогда еще, я, говорит, Богу пообещал, если ребенок родится и все будет хорошо, то я пойду служить Богу. «Хорошо», — сказала тогда Наталья, «раз пообещал, иди». Сыну Вадиму было 4 месяца, когда отца Василия рукоположили во диаконы. Через год была его священническая хиротония, и начался период семейных испытаний для молодого священника и его матушки. Вот целый день: нет, нет, ну что такое?
Что за жизнь такая в церкви? Мне все непонятно было. И потом уже, когда руку положили, там вообще постоянно нет и нет, думаю, я ничего понять не могу. Думаю, как так-то? Меня как он с собой не зовет, не берет. Сейчас они оба признаются. Первое время было очень тяжело. Батюшка думал, что матушка его понимает. А она, в свою очередь, была уверена, что он не понимает ее. Но опять все носила в себе. Даже на исповеди не открывалась. А ему высказывала. Я думаю, что я его этим напугала, наверное, тоже поначалу. Он меня стал как-то бояться. Я говорю, давай, если ты куда-то едешь, то я с тобой еду. Если, ну, если куда-то ехать, то вместе. Если нет, то никто не едет. Или вместе, или вообще никто. Такой ему ультиматум поставила, помню. Впрочем, ультиматум пошел всем на пользу. Батюшка уступил, и матушка Наталья своими глазами увидела и поняла, какое нелегкое служение несет ее муж. И стала за него усерднее молиться. В 4 годика, когда в нем исполнилось, я в садик мы его отдали, чтобы его взяли в садик, и мне пришлось устраиваться. И вот я там 7 месяцев проработала в садике младшим воспитателем. Потом отец Василий говорит, все, хватит, в храме никого нет, надо кому-то там находиться. И вот я так пришла в храм и уже больше никуда не уходила. В ее служении пригодились все навыки, привитые в детстве бабушкой. Прежде всего, невероятная трудоспособность и выносливость при внешней хрупкости. И послушание. Она начинает практически с нуля все, на что благословляет батюшка. Регенские курсы закончила 5 лет назад. 2 года ездила к нам в епархию на регенские курсы. Но все равно у меня не было этого в детстве, вот опыта этого. До сих пор ни на синтезаторе не научилась играть. И вот не скажу, что я такой певец. И воскресную школу матушка ведет, преодолевая свои переживания и неуверенность. Ну, потому что я все непрофессионально же делаю. Как вот могу, так и делаю. А надо совсем по-другому. Не по-настоящему, как сказать. Вот я сейчас поступила. Послезавтра мне ехать экзамен сдавать в учительскую семинарию. Может, пока и непрофессионально, но зато искренне, с любовью, пропуская через сердце каждый урок, каждое слово, обращенное к детям. Это ведь тоже промысл Господний. Матушка напитывает детей тем светом, которого самой не хватило в детстве, и который их может уберечь от грубых ошибок в жизни. Она показывает то, к чему пришла своим трудным опытом, но в свое время. Сам по себе она человек добрый, отзывчивый. Ну и, соответственно, несет она послушание. Вот именно крест. Крест несет свой, как матушки. Несет ту доброту, которая у нее есть. Господь дает нам один раз спутницу, да, жизни. И тот крест, который мы несем, и он очень важен, крест. И чтобы его достойно принести, это много надо усилий, много надо трудов, и много надо молитв. Матушка Наталья не просто молится, она отмаливает всю свою семью. Ушедших родителей, дедов и прадедов. Подняла все возможные архивы, составила родословную семьи, передала батюшке в алтарь. Теперь они вместе в молитвах объединяют тех, кого разъединили жизнь и время. Единственному сыну отца Василия и матушки Натальи, Вадиму, сейчас 15. Возраст переходный, и куда парень пойдет дальше, одному Богу известно. Но при всех вполне понятных переживаниях у матушки Натальи всегда в сердце материнская молитва и вера, что любимый сын однажды испытает то, что перевернет его сознание, как когда-то это случилось с ней. Вышла как-то на улицу, у нас стояла копна сена в ограде, зима была. И... Ну вот я тогда сказала, все, Господи, больше не хочу ничего делать от себя, хочу, чтобы все было по Твоей воле.
вот я не знаю, с того момента как-то я не самовольничала больше особо-то. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.